Хочу вам сегодня рассказать об очень древнем и тайном ритуале вуду «Разжечь страсть». Этот ритуал нужен как женщинам, так и мужчинам. Он нужен всем, чтобы та страсть и те чувства, которые есть между вами, вами и вашим партнером, всегда были яркими. Вы понимаете, что если ничего не делать, то рано или поздно страсть уходит. И тогда начинается то, с чем вы приходите потом в центр и говорите: верните партнера. Приходят как мужчины, так и женщины. Особенно это касается женщин. Все готово уже мне для ритуала. Сейчас буду проводить. Здесь у меня фотография женщины. Здесь мужчина. Это подношения. Подношения, которые нужны для ритуала. Здесь у меня стоят любовные зелья. Буду делать ритуал, чтобы разжечь страсть в двух людях, которые ее уже потеряли.